Тина Кароль призналась поклонникам в социальных сетях в том, что она обожает садоводство. Певица активно занимается творчеством и воспитывает сына. К примеру, как стало известно ранее, знаменитость записывает англоязычный альбом в Нью-Йорке. Кроме этого, как выяснилось, это не единственное ее занятие. Тиночка находит время и для домашних дел, и даже сделала садоводство своим хобби. По словам Тины Кароль в Инстаграм, садоводство приносит ей много радости и утешения. В коротких роликах артистка показала свой огород. «Кто не знал, я очень люблю садоводство, выращивать розы, а вот мой ухоженный и любимый огород. И мы готовы к новому сезону, к новым плодам. Вот так мы построили систему полива, кому интересно, берите пример. Я очень рада из-за этого». Удивительно, но такие простые вещи иногда действительно радуют и успокаивают душу, призналась знаменитость.